Друзья, всем добрый день. Вы на канале Дядя Федор из Германии. Мы находимся, как всегда, на прогулочке по такому красивому саду. Вот такие деревца здесь посаженные, свежие, молодые. И вот так окутаны стволы, чтобы ни один вредитель не добрался до коры, не погрыз. Это касается зайцев, косули или оленей. Трава уже высокая везде такая. И одуванчики цветут по всему полю. В этот сад меня привел Цезарь. Он учуял какой-то след здесь и пошел по этому саду. Так что мы обязаны Цезарю такой красивой природой. Такое дерево, засохшее, все ветки внизу лежат. Почему такое дерево не уберут? И вон там такие деревья стоят. Подойдем поближе, посмотрим. Это, видать, старые засохшие деревья, которые уже не расцветут. Они как памятники в этом саду стоят. Прошлись по этому саду снизу и поднялись сюда, на эту тропинку, которая ведет нас к огороду. Он повернул сюда и повел меня. Сегодня я полностью подчиняюсь и иду следом за ним, куда он меня приведет. Вот мы уже подходим к огородам. Сразу надо зайти, заодно и кошкам еду дать. Хотя вчера я им приходил, их не было. Но я им оставил покушать. Может, были, посмотрим. Если чашка пустая, значит, поели. Сейчас зайдем, еще раз покормим. Вот здесь деревья спилили. Наверное, старые засохшие были. А ты что здесь делаешь? Воду пьют. Надо было с первой лапы ее замутить, да? Чашки пустые, видать, съели все. Сейчас я им баночку открою и покормлю. Пускай приходят, кушают. Положил им, пускай кушают. Придут,
или не придет кто-нибудь. Раз уж я здесь на огороде, сниму свой лучок. Все дружно вылезли лук. Скоро будем кушать зеленый лучок. Вот такие дружные всходы цветов. Все вылезает, все цветет. Тюльпаны, нарциссы. Вот у меня вот такой лаух, шнитлаух, зеленый лук. Еще у меня вот эта груша распускается, цветет. Это карликовая груша. И черешня моя, вон дерево расцвело так пышными цветочками. Вон такой цветущий островок там вверху на полянке. Там в этих зарослях лисы живут. Я сам лично видал, как оттуда лисы выбегали. Видать, у них там норки. Коротко зашли на огород, покормили кошек. И все. Немножко хотел поснимать, но не тут-то было. Цезарь меня опять ведет куда-то. Видать, у него опять весенние чувства обострились. И у него где-то есть зазноба. Он ее по запаху определяет. И мы идем искать. Пошел на поиски. Все кусты цветут. Абсолютно. Кругом. Цветение. Цезарь, ну-ка иди. Назад. Тянет меня куда-то. Тянет, тянет. Не дает спокойно поснимать. Цезарь. Ну-ка иди сюда. Сюда иди. Я говорю, это когда вот такое состояние, когда он кого-то учует, это все. Как? Он начинает тянуть куда-то, рваться, куда-то целеустремленно он направляется. Вон, сяду на пенек, отдохну. Пусть тянет куда хочет. Ой, а я посижу. Такое старое дерево. Бревнышко. Вот круг мы сделали. Мы оттуда вошли. Вот так по саду туда прошли наверх. Потом туда поверху прошли до огородов. И вот здесь спустились опять вниз. И опять уже здесь круг замыкается. Это невыносимо. Куда тянет? И стоит, смотрит. Опять по второму кругу, что ли? Нет. По второму кругу мы не пойдем. Мы сейчас домой пойдем. Да? У тебя весна на тебя действует. Так уже весна скоро кончается, уже скоро лето будет. Бедная собачка. Вон какие деревья, ветки растопырились во все стороны.
Вышли мы на полянку. Это такая площадка спортивная. Стоят ворота для игры в футбол. И теннисный стол. Хорошая такая зеленая лужайка. Можно спокойно сидеть, отдыхать, теннис играть. Детишки футбол гонять могут. Вот мы уже подходим к дому. Прогулка наша закончилась. Увидимся дома. Друзья, вот мы вернулись с прогулки. И я сегодня хочу приготовить пирожки. Пирожки будут с луком, с яйцами. Это уже традиция такая, каждый год после Пасхи остаются яйца, их куда-то надо определять. И вот мы делаем пирожки. Для пирожков я буду делать тесто на кефире. У меня уже несколько раз я показывал, как я делаю это тесто. Но сегодня еще раз покажу. Я беру вот такой вот кефир. Выливаю в чашку. Здесь у меня 500 грамм. Я беру где-то грамм 300 кефира. Сюда я добавляю сметану. Но в первую очередь я добавлю разрыхлитель, пачечку. Грамм сметаны добавлю. Вот эту соду я размешаю в этом кефире и сюда добавляю одно яйцо. Хорошенько размешаю. Получается такая жидкая масса. Беру 400 грамм муки. Я ее просеял уже. Вот такую сделал луночку. И сюда я буду выливать кефир. Кефир я буду выливать не весь сразу, а по частям замешивать. Добавляю еще. Я забыл добавить соль. Я вот чайную ложку соли добавляю. Уже памяти нету. Остаток. Выливаю остаток кефира. И лопаткой размешиваю. Теперь я сюда добавляю 50 грамм масла сливочного, растительного масла. И хорошенько размешаю все это. Получается такое тесто не густое. Довольно мягкая. Нам надо его вымесить хорошенько. Для того, чтобы его хорошо вымесить, я его выложу на стол. Я выкладываю это тесто на стол.
и буду его замешивать. Оно у нас такое липучее. Мы его посыпем мукой. Вот такое тесто у нас получилось, хорошее, мягкое. Я его перекладываю в миску, вот такую, смазанную маслом. Пусть она у нас отстоится. А этим временем я буду делать начинку для пирожков. Для начинки у меня вот здесь вот так 7 яичек. Я их почистил уже. Это были пасхальные яички. И пучок лука. Сейчас я этот лук порежу. Мне надо его порезать мелко, как мне удастся мельче. Итак, лук я нарезал. Теперь мне надо яйца накрошить. Лук я выкладываю в миску сюда. Теперь я буду яйца крошить. Конечно, есть у меня вот такая выдавливать это самое яйца резать. А, я не буду ее брать, я ее ножом покрошу просто. Зачем лишние инструменты вытаскивать? Яйца нарубил я. Теперь я его смешиваю с зеленью. Что-то миску я взял слишком маленькую. Переложим побольше миску, чтобы удобнее было мешать. Яйца с луком добавим. Сюда соли, чайную ложечку и попробуем, если будет мало, еще добавим. Соли у нас достаточно, все хорошо размешали. Вот такая у нас начинка. Вываливаем наше тесто на стол. И будем делать вот такие шарики, из которых впоследствии будем лепить пирожки. Муки мы не будем добавлять. У нас тесто достаточно хорошее без муки. Тесто на кефире всегда получается очень хорошим. Глазомер у меня не очень-то хороший. Получается разного калибра. Одна меньше, одна больше. Ну ничего, это тоже не страшно. Это все пойдет в желудок. Что больше пирожок получится или поменьше пирожок.
Конечно, можно было бы взвесить, но это не обязательно. Это кто действительно такой профессионал, тот делает их очень такими одинаковыми по весу, по граммулечкам, по размерам. А у меня они получатся такие, какие будут. Я немножко здесь отщипну, а сюда добавлю. Так, еще где отщипнуть? Вот здесь отщипну. И вот здесь отщипну. Получается, распределяю так. И сколько у меня получается? 3 на 4, 12. 15 штук. 15 пирожков получится. Приступим к формированию пирожков. Клепки. Вот так. Тесто пальцами разминаем. Скалку использовать мы не будем. Кладем начинку. Немножко ее приминаем, потому что она у нас сыпучая. И начинаем склеивать. Склеиваем так края, чтобы у нас не высыпалась начинка. Вот такой пирожочек у нас получается. Делаем следующий. Тем временем мы уже поставили сковородку на плиту. Она у нас масло нагревается. Опускаем наши пирожки в масло. Она уже нагрелась. И будет жариться. Будем переворачивать, с двух сторон жарить их. Пирожочек готовый. Мы его вытаскиваем, ложим в миску, выложенной салфеткой, чтобы масло стекало, впитывалось в салфетку. Вот так мы все пирожки и сделаем, испекем. Кто из вас, друзья мои, после Пасхи используют яйца вот так по этому назначению. Напишите мне в комментариях. Мы постоянно, почти что каждый год, если у нас остаются, но они всегда остаются много. Делаем вот такие пирожки. Переворачиваем их. Как я уже говорил, у меня они почему-то получаются все разные, потому что я их на глаз леплю, не взвешиваю тесто. Поэтому по размерам они разные. Один большой, один маленький. Жарим мы их на среднем огне, чтобы они не пригорали.
чтобы были такими румяненькими, красивыми. Вот и последний пирожок у нас, последнее тесто. И у нас начинка тоже закончилась. Даже на последний пирожок что-то маловато. Ну, ничего. Сколько есть, столько есть. Хватит. Он небольшой пирожочек. Вот такой. Вот и все. Сейчас их допечем и будем пробовать. Вот такие вот румяные пирожки у нас. Мы сейчас разломаем один и посмотрим, как с начинкой. О, какая начиночка красивая. Пирожки очень пышные. На тесте из кефира получаются. Так что, кому понравилось, тоже может приготовить. А я с вами на сегодня попрощаюсь. До следующей встречи вам с вами. Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, мира и удачи. С вами был я, дядя Федор из Германии. До свидания. Пока-пока.